Уже который год подряд Анапа занимает первое место по количеству заявок на дегазификацию и подключенных абонентов. Сегодня на совещании под председательством мэра Анапы Василия Швец подвели предварительные итоги реализации президентской программы в 2024-м. Еще раз поблагодарить «Газпром Красноргазораспределение» и лично вашего руководителя Геннадия Павловича Нараева. Мы считаем его нашим большим и надежным уже другом нашего города, курорта. Достаточное количество социальных объектов и вообще таких хороших, значит, социальных, патриотических моментов мы вместе с ним смогли реализовать. Десятая часть, наверное, всех заявок региона отрабатывается в Анапе. И отрабатываются достаточно уверенно и достойно. Очень благодарен за реализацию нового в современное время в Анапе Вечного огня в поселке Виноградном. Там же мы построили храм святителя Василия Великого, который тоже подключили. Сегодня он отапливается благодаря программе и благодаря поддержке Геннадия Павловича, но вообще в целом «Газпрома». Высокие темпы работы подтверждает первый заместитель генерального директора «Газпром» газораспределения «Краснодар» Виктор Брушко. С момента газификации программы, президентской программы, получено уже 11 тысяч заявок, 9 тысяч, более 9 тысяч с половиной заключено договоров, и 7 тысяч с половиной мы уже подвели на сегодняшний день, реализовали, подвели домовладением. Во время совещания также обсудили работу по дегазификации социальных объектов. Только за текущий год голубое топливо пришло в 3 дошкольных и 1 общеобразовательное учреждение. Сейчас рассматривают возможность подключить газ еще в 2 детсада Большого Разнокола и Гастагаевской, школы Уташа и Пятихаток, а также больницу Юровки. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.